So, doctor, I think we are ready to start. Okay. Okay. Good morning. It's a pleasure for me to be here another again. Всем доброе утро. Я очень рад сегодня проводить с вами вебинар. And we're going to talk today about the biomechanics with the friction selection control. Сегодня мы с вами будем говорить о биомеханике и контролем трения. Okay, we're going to talk about the how to shorten the treatment time with the orthodontic tooth movement. Первым пунктом нашего обучения будет обсуждение того, каким образом сократить время лечения и каким образом проводить ортодонтическое перемещение зубов. The problem with the biomechanics and friction. Затем мы перейдем к трению в биомеханике. What is the best bracket in the market? Далее о самых лучших брекетах и брекет-системах, присутствующих на рынке. Okay, the Synergy bracket and the Strywire low friction technique, the prescription and the bonding. Затем мы перейдем к разговору о брекетах Synergy и о технике прямая дуга Synergy с низким трением, а также прописью и фиксацией. The different phases of the treatment, the objective and the arch wires and alloys. И завершим мы сегодняшнюю тему обсуждением фаз лечения, целью лечения, а также разным видом сплавов для изготовления дуг, разным типом самих дуг и клиническому менеджменту. And the use of the new and the last high technology alloys, the use of gum metal, a new wire to treat the patient only with one arch wire and one alloy. И также мы сегодня рассмотрим дуги Gammetal. Это новые дуги из высокотехнологичного сплава. Новая технология, с которой вы, возможно, не сталкивались. Это лечение с помощью всего лишь одной дуги и всего лишь одного универсального сплава. Okay. The objective of our technique is reduce the treatment time, reduce the number of arch wires, reduce the expenses, give a good service to the patient with less appointments and shortening the treatment, and adapt our appliances to the wishes of patient. Среди целей нашего лечения и среди тех целей, из-за которых мы выбираем данную методику, можно выделить 5. Номер 1 – это сокращение времени лечения. Номер 2 – это сократить количество дуг, которые устанавливаются каждому пациенту. Затем уменьшить стоимость лечения, предоставить услуги более высокого качества нашим пациентам и также адаптировать лечение и используемые аппараты таким образом, чтобы это подходило пациенту как можно более лучше. In my opinion, it's very important to shorten in the treatment because in the adult patient don't like to use brackets and wires. In fact, in my technique, in the SQ technique, we combine in the treatment at the same time in adults aligners and brackets and wires. And in kids, we combine at the same time functional appliance and fixed appliance. Одним из самых важных моментов является именно сокращение времени лечения, потому что, я думаю, вы и сами в своей практике можете увидеть, что пациенты не очень любят носить брекеты и несъемные аппараты. Это приносит свой дискомфорт. Поэтому по моей технике DSQ у взрослых пациентов мы используем алайнеры и брекеты, и у детей мы используем функциональные аппараты и несъемные аппараты. Okay, the idea is to try to reduce the treatment time. In we have two possibilities: reduce the treatment times with the interaction with the biological limit, or to break the biomechanic limit. Итак, как мы уже сказали, одна из главных целей нашего лечения и
именно этой методики заключается в том, чтобы сократить время лечения. Поэтому здесь есть два пути решения этой проблемы. Первый путь – это работа с биологическими лимитами и биомеханическими. Nowadays it's not very easy to break the biological limit. Remember that the orthodontic tooth movement, okay, the in the orthodontic tooth movement play a very important role. Different types of cells, different type of biochemical enzymes, and very important different elements. For example, the fibroblast, the and the mastocytes of cells or multinuclear cells, the macrophagos, the osteoclast and the osteoblast, different types of cells. Помните о том, что в ходе преодоления биологического лимита нам с вами нужно помнить о том, что зуб – это достаточно сложная система, и очень важную роль играют различные белки, энзимы, какие-либо микроорганизмы, многоклеточные, одноклеточные. Это все играет свою роль. For example, it's very important the role of the interleukins, the interleukins in the orthodontic tooth movement, and the prostaglandins. The prostaglandins play a very, very important role in the activation of the osteoclast. Вы видите на изображении, я сейчас показываю, очень важную роль также играет вот это значение ELK1-альфа. Все это играет очень важную роль в ортодонтическом перемещении зубов. Okay, remember this. This is the orthodontic tooth movement is the end of the product or an inflammatory response to the periodontal tissues. Помните также о том, что во время ортодонтического перемещения зубов, собственно, это является результатом воспалительного ответа ткани периодонта. The inhibition of the inflammatory process diminishing the rate of tooth movement, for example, when we take aspirin. Подавление вот этих вот воспалительных процессов снижает скорость перемещения зубов. Например, когда человек принимает обезболивающее, то снижается скорость перемещения зубов. And it's very important to the relationship between the orthodontic tooth movement, the inflammatory response and the vascular activity. Why? Because we need vascular activity for the remodeling of the bone and for the remodeling of the periodontal ligament. Также помните о том, что воспалительный ответ ткани периодонта связан с васкулярной активностью. Почему? Потому что именно васкулярная активность регулирует то, каким образом у нас проходит ремодуляция костной ткани и ремодуляция всех структур, которые окружают зуб. We don't know what is the best orthodontic tooth forces, but normally the people talk about the best force is the light continuous force. In my opinion, it's very important the intermittent force, even the intensive force with intermittent activity. Когда мы говорим о том, какая лучшая сила для того, чтобы переместить зубы, это, собственно, открытая дискуссия, существуют разные мнения. Принято считать, что наилучший тип силы, которую мы можем применять для перемещения зубов, это слабая, но постоянная сила. В принципе, я с этим согласен, но добавлю также, что вполне приемлемо использовать и более высокую силу, но при этом нужно учитывать множество разных факторов. For this reason, we have a biomechanical effect. You can see here the bracket, the wire, the tube. This is the biomechanical activity of our appliance. But remember this, and this is that we need a cellular and vascular activity to get the best orthodontic tooth movement.
Вы видите на схеме, я вот сейчас показывал, допустим, это наш биомеханический подход, движение зуба с помощью брекета, вы видите его на схеме, но важно помнить о том моменте, который отмечен сверху около коронки зуба, то есть важно помнить о васкулярной активности и клеточной активности во время ортодонтического перемещения зубов. Okay, and this is the diagram to explain the role of the activity of the osteoclast by means of the rank. Oh, the rank is the role of the rank is very, very important. The rank L and the rank to the activity of the osteoclast and to activity of the osteoblast. Посмотрите сейчас внимательно на схему, помните о том, что при перемещении зубов очень важную роль играет остеокласт и взаимодействие их между собой. Выведено слева также это наш ранг L, ранг и OPG. Кроме того, именно вот этот ранг играет очень большую также роль, поэтому помните о всех клеточных процессах, которые происходят при перемещении зубов. In other words, the final result of our treatment depends of our biomechanics, depends of the diagnosis, depends of the plan of treatment, but very important, depends of the biological response to the patient. Иными словами, конечно, мы можем использовать разные подходы. Результат нашего лечения в большей степени зависит от биомеханики и так далее. Но также помните о том, что с другой стороны, результат лечения всегда опирается на биологический ответ пациента на проводимое лечение. Okay, remember this is the osteoclast. The role of the osteoclast is to produce the resorption of the bone, the direct and indirect resorption of the bone to facilitate the remodelation of the periodontal ligament. Здесь на изображении вы видите наш остеокласт. Его роль заключается в том, чтобы способствовать ремодуляции кости и костной ткани, а также связок. Always that we have used brackets and wires, always when we use brackets and wires, the patient present a little radicular resorption, external radicular resorption. Всегда в тех случаях, когда мы для лечения пациента используем брекеты, у нас происходит резорбция корня. Normally the resorption is a very in the surface of the root, and also the problem is the resorption of the periodontal ligament, and cover this resorption with a new layer of periodontal ligament. Резорбция обычно происходит на поверхности корня и также происходит на уровне периодонтальной связки. То есть, когда брекеты воздействуют на зубы, наш зуб покрывается новым слоем периодонтальной связки. Okay, for the reason during the orthodontic tooth movement, the fourth step is the inflammatory process around of the periodontal ligament, and the next is the increase of permeability of vasodilatation. Помните о том, что на первом этапе нашего лечения при перемещении зубов мы с вами будем сталкиваться с проблемой воспалительного процесса, структур, которые находятся вокруг зуба, это та же связка периодонта, и также вазодилатация. The activity of the neutrophils and the stimulation of the cytokines and the macrophages. Кроме того, у нас работают нейтрофилы, а также стимулируются макрофаги, что приводит к цитокинезу. And for the reason when you take aspirin or anti-inflammatory drugs, we have a problem because this type of drugs stop the orthodontic tooth movement and increase the length of the treatment.
когда пациент начинает испытывать боль от вот этого воспалительного процесса, часто люди принимают аспирин или какие-либо противовоспалительные препараты, и вроде бы как это оказывает положительный эффект в том плане, что уходит боль, но при этом очень сильно тормозится наше перемещение зубов. То есть перемещение зубов практически останавливается, и если пациент продолжает и дальше принимать противовоспалительные препараты, то тогда лечение может занимать гораздо большее время, чем планировалось. For the reason, please avoid the use of this type of drugs at the start of the treatment when the patient present a painful at the level of the teeth. Okay. Даже если пациент испытывает зубную боль на каких-то самых первых этапах лечения, пожалуйста, избегайте использования подобных препаратов, как вы видите сейчас на изображении, потому что это только будет тормозить ваше лечение. Okay, it's very important the concept of the cytoskeleton, and this is the cells of the periodontal ligament present a very interesting architecture inside of the cells, and the formation of these channels of these microtubes and the activity of the actin filaments, okay, the contraction of the actin filaments and contraction of the microtubes stimulate the activity of the cell. Помните о морфологии цитоскелета, то есть все молекулы, которые находятся у вас в связке периодонта, они имеют свою достаточно интересную высокофункциональную архитектуру. Внутри молекулярные трубки взаимодействуют между собой, и таким образом мы получаем ту реакцию, которую видим у пациента. Okay, the pressure produces at the level of the fibroblast nitrous oxide, and the nitrous oxide play a very, very important role to stimulate the osteoclast activity. При таких процессах в самом конце у нас получается, что мы наблюдаем активность в остеокласте. Это происходит из-за того, что применяется давление, которое, в свою очередь, влияет на клетки на уровне фибробластов и выделяется оксид нитратов. Okay. In many cases, the different orthodontists, this is a picture from Nuncio Cirulli from Bari, Italy. Many doctors use the rapid accelerate phenomenon by means of corticotomies. Некоторые специалисты используют такую методику, которая называется феномен быстрого ускорения с помощью тех аппаратов, которые вы видите сейчас. Собственно, эти изображения из практики одного итальянского врача. При использовании такой методики. And it's very easy to cut the bone between the roots of the teeth, of the adjacent teeth. We cut the bone and stimulate the rapid accelerate phenomenon and to diminish in the time of the treatment. При использовании такой методики всегда используется высокая сила. Вы видите на изображениях, что достаточно легко надрезается кость между корнями, и таким образом стимулируется очень-очень быстрое передвижение зубов. But when you analyze this, this treatment, this surgical treatment, there is not enough evidence in a long, long time. In the total time of the treatment, the osteotomy, the corticotomy, and the corticotomy work very, very well at the start of the treatment, but it's not very important when you analyze the total duration of the treatment. Кортикотомия, которую вы видите проведенную здесь, может быть очень эффективным вариантом на начальных этапах лечения. Вы можете видеть результат в начале лечения, что очень быстро меняется ситуация. Но если мы оцениваем общую длительность лечения от начала до самого завершения, то тогда на самом деле большой роли это не играет, и кортикотомия никаким образом не ускоряет общую длительность лечения. Okay, the corticotomy stimulates the orthodontic tooth movement at the beginning of the treatment. It's very useful
during the alignment of the teeth, but it's not enough evidence in a long time. Кортикотомия очень эффективна на начальных этапах лечения, она стимулирует выравнивание зубов, но недостаточно клинических доказательств того, что действительно применение этой техники сокращает длительность лечения. And the same is with the different device to by means to the vibration or the activity of the theoretical activity of the the cellular turnover at the level of the roots, no enough evidence that laser, the vibration, orthopulse or similar device. Также мы имеем недостаточно доказательств, клинических доказательств того, что эффективными являются такие аппараты, например, как ортопульс, аппараты, которые используют лазер или вибрацию, которые в теории должны совершать определенное воздействие на клеточном уровне, на корень зуба. Снова-таки у нас имеется недостаточно клинических доказательств того, что эти методики, эти аппараты являются эффективными. For this reason, the most important nowadays is the to break the biomechanical limits. Сегодня в современной ортодонтии для сокращения длительности лечения самым важным фактором является преодоление биомеханического лимита. And we are when we are talking about the biomechanical limits in fixed orthodontic. We are talking about the brackets, the design of the brackets, about the cap of the bracket or the ligation method, and we are talking about the wires and the alloys. Когда мы говорим о преодолении биомеханического лимита, соответственно, мы подразумеваем, что в качестве лечения выбраны фиксированные аппараты, то есть это брекеты, это сами пазы брекетов, это лигатуры, и также разные типы дуг, которые мы применяем для наилучшего результата. Okay, the next question is about the friction, biomechanics, and what is the best bracket? Следующая подтема – это трение в ортодонтии, биомеханика и какая брекет-система является самой лучшей. Okay. I think it's very important to understand the evolution of the brackets. Okay, the evolution of the brackets. Remember that angle was the father of the modern orthodontic. Angle published the famous treatment of malocclusion of the teeth and fractures of the mandible. This the angle system. Для того, чтобы поговорить более подробно о лучших брекет-системах, мы с вами обратимся к истории создания брекетов, к тому, как они трансформировались со временем. Прежде всего, упомянем доктора Энгеля, который выпустил свой труд под названием «Лечение малокклюзии зубов, а также проблемы верхней челюсти». Доктор Энгель является, собственно, отцом современной ортодонтии, поэтому обратимся в первую очередь к его работам. Angle defined the ideal occlusion, defined a very simple classification of malocclusions. Как вы знаете, доктор Энгель разработал классификацию малокклюзии и также описал идеальную окклюзию. Analyze the role, for example, of the nowadays, today is very in fashion, the sleep apnea problems and the relationship between the sleep apnea problems and the breath with the orthodontic problems, and in that time, Angle analyzed the relationship between the breath and the orthodontic development of the face. Доктор Энгель, кроме того, работал над тем, чтобы понять и изучить, и также описать соотношение между малокклюзией и проблемами сна, такими проблемами, как апноэ, то есть это взаимосвязь дыхания и окклюзии. And and create different appliances. This is the start to use this type of appliance. The name of this appliance, according with Angle, is the growing bone appliance, because with this wire, it was possible to stimulate the bone of the
stimulate the growth of the alveolar bone. Кроме того, доктор Энгель занимался разработкой аппарата для коррекции определенных состояний. Вы видите схематический рисунок этого аппарата сейчас на экране. Вот такой аппарат он использовал для лечения. Этот аппарат он назвал аппарат растущей кости, потому что с помощью него стимулируется рост альвеолярной кости. After the clay, the bone growing appliance, the famous E-arch, angle create different type of appliances. For example, this is the appliance with the pin and tube appliance. После создания предыдущего аппарата Энгель занимался и другими. Вы видите сейчас на экране схематическое изображение аппарата, который называл EHA. Это немножко другого вида аппарата. Он работает за счет вставных шурупов и пружин. This is the apparatus who create in the future back the tip edge appliance. Этот аппарат позже был воссоздан другим врачом Бекетом, и назывался он уже немножко по-другому. And the most famous appliance was the Edgeways. In 1928, create the Edgeways. This is the best appliance in the fixes orthodontic world in that time, and control the root by means to use rectangular archwires. В 1928 году был создан другой аппарат, который назывался Edgewise. Этим аппаратом пользуются и по сей день. Он считается одним из наилучших аппаратов среди фиксированных ортодонтических приспособлений. С помощью этого аппарата можно было легко выровнять зубной ряд, а также производить контроль корней с помощью прямоугольных скоб. What's very funny, because the idea of Angle to develop this appliance is to use this appliance to avoid the extractions. But years after Charles Tweed used this appliance to treat a lot of patients, even patients treated by Angle with four extractions. Аппарат Edgewise был создан с идеей того, что он поможет врачу избежать удаления определенных зубов, но после создания Edgewise Чарльз Твид создал другой аппарат. Вы видите его на центральном изображении снизу. Этот аппарат использовался для лечения абсолютно разных пациентов, и тех, которые уже проходили какое-то лечение, и даже пациентов доктора Энгеля. Этот аппарат был рассчитан на то, что производится удаление четырех зубов. Okay, for example, Tweed analyzed the cephalometric analysis. For Tweed, it's very, very, very important the position of the lower incisor. We have to avoid the protrusion of the lower incisor. And for this reason, when you analyze the crowding of the patient with the models and at the same time with the cephalometric analysis, you can see that a lot of patients, according with in tooth, need extractions to get a very good profile. Чарльз Твид также выстроил определенную цефалометрическую модель, которую он хотел добиваться у пациентов. По этой модели крайне важно расположение и протрузия нижних резцов. Поэтому для того, чтобы исправлять скученность зубов или каким-то образом выставлять нижний резец в правильное положение, он предлагал удаление определенных зубов. Remember that in the 40s and the 50s in the United States, even in Europe, the most popular profile was the retrusive profile. It's the opposite that today, is in fashion, the biprotrusion. Помните о том, что в 40-х, 50-х годах в Америке, да и, в общем-то, в Европе тоже, самым популярным типом профиля человека считался протрузированный профиль, а сейчас наоборот. Okay, this is a very famous anecdote between the Robert Strang and Tweed, and Tweed showed to Robert Strang the extraction treatment of four premolars.
Известный случай, когда Чарльз Твит должен был делать совместную работу вместе с Робертом Страндом, и именно Чарльз Твит показал ему, каким образом производится удаление четырех зубов, что, собственно, противоречило технике доктора Энгеля. This is a very important photo in the history of orthodontic because this photo represents the models of Charles Twith of all the treatments, the treatment of best treatments with edgewise and for extractions in a lot of patients, even patients treated before with four angle. Фотография, которую вы видите в правом верхнем углу. Это очень важная фотография в истории ортодонтии, потому что здесь вы можете видеть слепки и снимки пациентов доктора Твида и результаты и ход его лечения с помощью дуги Edgewise и также схемы удаления зубов у практически всех его пациентов. Okay. The Charles Twith appliance, the Edgewise appliance, works very, very well in cases with extractions. В тех случаях, когда произведено удаление зубов, модель туги доктора Твида, которая называется Edgewise, она наиболее эффективна. And for this reason, the pendulum of non-extraction treatment in the time of angle change to the extraction treatment with tube. Таким образом, во время того, когда жил и практиковал Чарльз Энгель и доктор Твит, парадигма ортодонтического лечения переместилась от запрета удаления зубов как раз наоборот к удалению четырех зубов. And start to extract a lot of premolars. The sacrifice is the time of the sacrifice of the premolars between the 40s and the 80s. Таким образом, в 40-х-80-х годах прошлого века считалось, что необходимо пожертвовать премолярами для того, чтобы провести корректное ортодонтическое лечение. And this debate remains today. For example, if you are going to a congress and see the Roth philosophy, the Roth philosophy is more close to the Twith philosophy, to more extractions. And the opposite is the Damon philosophy. The Damon philosophy is a neo-Anglian people. It's like expansion, expansion, and expansion. Собственно, удалять или не удалять премоляры, это остается открытый вопрос. Если вы посещаете какой-либо медицинский конгресс, например, то вы сами сможете наблюдать, что присутствуют, скажем так, две группы людей с двумя разными философиями лечения. Это те, кто предпочитают